вроде можно встать. Вон она. Видите, друзья? Стой, стой, стой. Вот это Ваньки. Щукенца. Тихо, тихо, тихо. Когда мы ловили или вы ловили? Ну, сейчас. 2 недели назад. Ага. С ночной поклевкой, с ночной. Щука. С такой пастью. Ух ты. Вот это красотка. Анна собирается на рыбалку. Так вон, где Манна со мной? Ага. Все, идем. Давай, идем, садись. Ока, уди. Да все нормально, езжай. Ждем тебя вечером. Пошла на рыбалку. Это будет ведро у нас посидеть. Под рыбу. Да. А это очередное ведерко клюковки. Ты меня вчера, кстати, не снял, что я целое ведро клюквы собрал. Почему? Снимал. Снимал? Прям целое ведро мое. Да. Вот, я сегодня хочу еще раз попробовать между рыбалками, между забросами одолеть. Тут, наверное, 5 литров, я думаю. Да, сейчас, да, друзья, мы будем проверять наши переметы. Да. Потому что заимчики на спиной. То есть, смотри, перемет-то. Тут размотка. Размоточка, да. Пришли мы такие на прогулку. И тут оба-на. Сегодня маленько. Ну, вообще там откушено, да? Откушено, да. Ты так под сак ставишь, что это. Что сейчас на него наступишь. Постараюсь не наступить. Вот, сейчас замотаем. Обратно. Это правильно. Как поставушку ставишь. Наматываем леску. Делаем нам нужную длину, глубину. Вот примерно. Скорее всего, окон был. Да, может, переставим с этого места? Нет, пусть стоит. Хорошо здесь работает. Не важно кто, но кто-то же берет. Вот, вот примерно такой длины. Так вот. Потихонечку. Наверное, придави маленько. Угу. Пойдемте дальше. У нас еще 2 подставушки. Пришли мы. Дошли мы на рыбалку. На свое место. Тяжело. Что-то наши собаки кого-то подняли. Белку, наверное, очередную. Облаяли. Ну что, давайте проверим это сначала. Ну, давай. Она размотана. Сидит, не сидит. Дергала ее хорошо. Успевает убежать, наверное, да? Ну, обглодала. Дернула ее. И того. И вот. Результат. Когда ты здесь. Позавтракали, да? Да. Ты подсек ее. И все. А когда тебя тут нету. У нас сработала поставушка. Вот, тянет ее. Тянет, тянет. Так, сейчас будем подсекать. Да блин. Что? Ушла. Снились, снились, снились. Отойди от камеры. Снимай. Я ее достану. Умка!
Уйди. Ой, Каня, пожалуйста. Я-то возьму ее. Что ты ее возьмешь? Дай. Пока я там рыбачил, солнышко, он уже ведерко насобирал клюквы. Молодец. И одну в рот, две в корзинку. Одну в рот, две в корзинку. Сладкая, вкусная. Ага. Витаминизируешься? Ага. А что, блин, сопли лечить надо? Не говори. Вот под ногами вообще. Прям такая жменька. А вот когда ты ногой наступаешь, она как бы намокает и сразу яркая становится и броская в глаза. А когда она лежит, она матовая, ее плохо видно. Ну а в ведерке так вообще ее все изрядно видно. Сегодня с сахаром подтолчем. Конечно. Наедимся. Наверное, уже не в кружке будем. Ну, может, что-нибудь покрупнее, чтобы... В миске, чтобы уже поел, накислился. Да. Мох убрали, и все. Чистенькое, готовенькое. Можно кушать. Заряжаться аптекой природной. Ладно, я пошел. Давай, давай, подходи. Подъехали мы с Анечкой. Вот к такой куче. Тихо, не влезь, Умка. Вот. Ну и смотрим, что от этой кучи дальше. Вот он крупный след. Вот он крупный след. Вот он крупный след. На мху прожатый. Вот он. Вот он туда пошел. Туда, 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 туда. В тайгу. Пойдем, сходим, посмотрим. Двигаемся тихо. Осторожно. Земле что-то, да? Тихо-тихо-тихо, сейчас. Не дай бог на берлогу там не набрался. Конечно. Сидела она тебе так. Ну, она пытается найти вход, выход. Ага. То там ее быстрее найдешь. Тише-тише. Сейчас посмотрим. Могла просто нора там быть. Нора. Чья-то. Пойдем сходим. Ты только запоминай, куда идем. Здесь крыло. Ну как Канушку брать с собой на экскурсию, когда он, она увидела ягоду и все. И забылась, куда пошла. Так вот я сейчас спрячусь. И она же меня не найдет. Вон женщина. Как это в сказке Алёнушка. Пошла и заблудилась. Её ягода больше интересует. И она все вглубь и дальше, и дальше. Птички поют. Заблудиться 2 секунды. В этом бару. Ни дорог, ни направления. Че ты кидаешься? Не кидай.
красиво, да? И домик гномиков. Здесь гномики живут. Вот так вот мы 5 минут прогулялись. Ничего себе. След такой, то ли копыта. Прогулялись 5 минут. Почувствовали себя пешеходными туристами. Возвращаемся к квадроциклу. Кустик полный ягод. Угу. Она уже осыпалась. Потом в чай бросим. Ягоды сейчас едим. Листик в чай. На. Красавчик. Сейчас мы вообще. Такие у нас прогулки в русских Мальдивах. Экскурсия по бездушной тайге. Где свежий воздух, легкая сырость. И следы неведанных зверей, то тут, то там. А дальше включаешь собственное воображение и загоняешь себе страху. Побольше. Побольше страху. Если здесь поставить фотоловушку, тогда мы можем, если здесь фотоловушку поставить, тогда мы можем определить, какие животные здесь ходят. Куда ходят? Ой, уже накакали. С кем ходят? Я накакали, и следов оставили. Тише. Вот это бревно кто-то же сдвинул. Ага, что-то кто-то искал. И причем сдвинули-то его недавно. Сдвинули-то его недавно. Фига, чтоб его сдвинуть, его надо. А вот смотри, вот же это, как это, следы от когтей. Вот это вот следы же от когтей, ну, наверное, потому что это свежачок, прям вот. Я не думаю, что это, возможно, кто-то искал там, может, червячка. Да. Что днем ходишь? И техника рядом на старте ключ. Так, ну тут валежник, горелый лес. Тут все практически. Профиля, профиля, профиля. Где-то заваленные профиля. Сегодня у нас будет на ужин жареная теща. Отрезали только чисто пузики у наших щучек. Вот только у нас вышло и корочки. Сейчас это все переберу, перецежу. И в данный момент мы жарим только животики. У нас получится целых 3 сковородки. Сегодня мы шикуем. У нас хороший был лов. Отменные щучки. По килограммчикам они вышли на 4 килограмма всем. Вот. Танечка готовит свою уху. Ей уха полезна. Всем уха полезна. Всем уха. Да. Нравится, не нравится, надо кушать. Варят головы щучьи. Одну щучью голову. Так, это соль. Сюда сахар? Больше не лезет. А где ты взяла? Соль? Синяя упаковка. Да, да, да. Да, соль. Да. Он уже как наварится. Ничего нет. Конечно. Так, там еще лука можно. Который не досох. И вот чуть-чуть лучка положу. Чуть-чуть. Да. Да, 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 сейчас. Посмотрим. Теща жареная, теща пареная, вареная, засолки и только.
Бедная теща. Не обязательно на большом расстоянии, поближе возьми. Особенно когда лук режется. Да, чтобы у всех слезы прям потекли. Да. Ну что, слезы текут? У нас уже текут. Ух, ядреный! Тут у нас будет и корка. Сделаем. Ну-ка, на любителя. Вот мы укладываем. Ладно, все поняла. Все хорошо. Ты курируй нас, вкусняшка. Так, сверху поперчить, получить. Пока мы накроем, пока готовится. Пускай парится. Второй. Потому что нынче филе мы не жарим. Сегодня Анечка отличилась по своим уловам. Ворчит. Ой, моя уха тут что-то собирается. Просится открыться. Сейчас попробуем маленечко приоткрыть. Ай-яй-яй. Продолжаем чистить и корочку для себя любимых. Сейчас это уже пол миски. А теперь посолим чуть-чуть. И перемешаем ее. Ну, я уже, правда, перед этим предварительно хорошо посолил. Поэтому я капельку. Икра перемешана. Ровно через час можно намазывать на бутерброды. Понесли ее в холодильник отстояться. Ох, шикарный цвет. Ну, друзья, пробуйте. Открывайте. Ой, ароматно так, как жирно, так вкусно. Ой, вкусно, вкусно. Какой же тут кусочек? Вот этот. Ага. Вкусно? Ага. Ой. Жирная? Сука, отца. Сочная. Да. Ну что ж, приятного аппетита. Да. Присаживайтесь. Все. И вы, друзья, присоединяйтесь к нашему столу сегодняшнему. К нашему пиршеству. Да, у нас нет целая миска большая. Жареная пышка. Наступил 8-й день нашего пребывания в тайге. Утро. Раннее утро. Завтракаем. Что, Анечка, кушаете на завтрак? Чем вас Бог послал вам? Бог пожаловал мне икру красную ложками. Щучу? Угу. Сегодня у нас завтрак икоркой, которую я вчера сделал. Целую миску. Просто исключительно. Намешал. Теперь сидим, давимся. Нет, мы наслаждаемся. Наслаждаемся, наслаждаемся. Тут ведь она подтянется с этим стаканом, перед булочкой, под подушку. Какое же самое главное средство? Но перед этим ебут трава, это точно, да. Трое суток, 30-е царство, короче. А захочешь ли ты что-нибудь еще? Главное, опять же, булочки. Да-да-да, и булочки, да. Сегодня прям такой прекрасный день. Тут три дня пасмурно. Три дня дожди, дожди. Сегодня прям, ну, сказочно. Тишина такая. Ледок. Такая изморозь. Сейчас Анушка за водой сходит. Да, Умка, ты не замерзла? На солнышке греться надо. Сейчас тишина такая. Синий лист, лес спит. Немножко подморозило. Но, в принципе, через час-другой это все отойдет. И можно будет покидать спиннинги. Умка нашел вчерашнюю косточку.
чую-чую голову доедает. Им бы чего-нибудь посерьезнее. А что у нас? Кроме каши и рыбных отходов больше ничего нету. Щучка подсыхает. Что мы наловили? О, сороки трещат. Так мы набираем воду с ручья для того, чтобы попить, приготовить чай и покушать. Проснулись мы, значит, утром. Мама говорит, попьем чайку и на работу пойдем. Ой, на рыбалку. А тут уже и картошечка жареная, и корочка. И говорит, и печень не хочу жареной с утра пораньше. А что же не делаешь-то? Печеночка-то щучья. Ого, ее трофейчика. Позавчерашняя. Ох, сейчас кто-то объедаться будет. Так после такого завтрака на рыбалку. После такого завтрака на диван и спать хочется. Ох, еще они такая же кофе. Итого, что же нам Бог послал-то на завтрак? И корка, рыбка жареная, салатик, клюква с сахаром тёрта, жареная картошечка. Сосисочки и печень жареная будет буквально через 5 минут. Всего лишь малость усилий, а приближишься из леса, у тебя уже готовый ланч. Привет, нихуя. Вытащил. Вот так. Сработало. Работала прямо на глазах. Красавчик. А вот Анушка вытащила на спиннинг. Вот такую всю чумную. Вот звездец. Споймали чуму щучью. И хорошо поражена даже вот голова. И вон какая плямка. Течет с нее как кровище, как с быка. Ну что, дошла зараза и в наше озеро. Эпизоотия чума щуки. Вовремя я подошел. Вовремя. Давайте окунечков. Это вообще.
Вова Димар на жерлицу добыл. Ага. Ночь стояла. Я думал, там ничего не поднимается. Там дохлый окунек висел. Ну ничего, такая хорошенькая. Красивенькая. А что-то, слушай, красные подтеки какие-то. Ну это я вот ее надавил. Она там висела, с ума сходила. Ладно, давай. Ура, с почином. Да. 10:38. Это точно. Смотри, какая погода вообще сегодня. Шикарно. Ну что, ловится у тебя? Ну да, одного можешь уже присаживать. Да? Лужи?